Раз, два. На один день центр Абакана превратился в большую детскую площадку. Яркий праздник собрал сотни мальчишек и девчонок. Ребята постигали азы хип-хопа, пели песни, играли и веселились. Я люблю праздник День детей, потому что здесь есть много чего. Здесь можно найти друзей, повеселиться, узнать что-то новое. Мне очень понравилось, что там все так весело. И тут можно посоревноваться и выиграть всякие призы. Тут сделано все для детей и очень развивающе. И бывают всякие конкурсы развития для малышей и постарше. Одну из самых впечатляющих площадок развернула Абаканская детско-юношеская спортивная школа единоборств. Сегодня в ней занимается около 900 ребят. А на празднике свои показательные выступления провели юные каратисты, дзюдоисты, боксеры и борцы. Чтобы другие дети видели, как надо себя вести, чтобы приводить пример другим детям. Я думаю, что главная задача сегодняшнего нашего выступления – это как можно больше привлечь детей к занятиям физической культурой, спортом. Спорт для ребенка – это все, это здоровье. Будет здоровье. Я думаю, будет успех и в учебе, и во всех начинаниях ребенка. К счастью, праздник Дня защиты детей в столице Хакасии выдался теплым и солнечным. Основные торжества охватили Центр детского творчества и парк «Орленок». В то же время целый ряд спортивных мероприятий прошел в Саянах, в зоне отдыха и спорткомплексе «Абакан». Оскар Артамонов, Руслан Шалгынов, РТС.